Всем привет! Сегодня с вами трепанация вот такого динозавра. А зачем, спросите вы? А затем, что он слишком громко орёт. У нас несколько вариантов. Первое, конечно, поставить выключатель на динамик. Можно выключать, но у меня никакого льду. Если будет, то поставлю. А пока что сделаем его потише. Можно, конечно, его вообще вырубить. Но я думаю, ребенок не будет очень доволен этим. Возьмем ватный диск. Попробуем его, может сейчас поменьше сделаем, спихну, чтобы он не так сильно орал. Сейчас сделаю такого же размера круг. Туда его ставим. Скажите, зачем так делать? Может, конечно, еще повесить какой-нибудь, не знаю, резистор или что там, для уменьшения звука, но у меня такого нет. Если кто что знает, напишите. Я в этом плане не электрик. Там у нас с вами дырочки, кто сюда выходит, мы их и заткнем. Я думаю, можно еще один сделать, чтобы было побольше. Потому что, честно говоря, башка раскалывается от такого парика души. Хотел бы, конечно, вообще отрезать. Но думаю, ребенок скажет, динозавр уже динозавр, быстро ему надоест. Так. Так, как видите, вставили. Это очумелые ручки от Андрея. Или как успокоить свою голову, чтобы он не орал так громко. Динозавр у нас с вами вот так состоит из моторчика, куча шестеренок. Динозавр крутится, хвост движется влево-право и голова. Ничего замудренного, но все работает. Так. Отлично. И вернем платку управления назад. Конечно, реально самый простой поставить. Надо припаивать, делать отдельную дырочку, где звук включает, выключает. Так, кабель не задевает. Значит, вот так вот у нас с вами голова крепится. Она делает вот так. Поставим головушку. Кабеля. Четыре потом не задели. Это будет неприятно. Хвост вот такой. Тоже делать туда-сюда. Чего? Закрываем. Начинаем. Ой, хвост валится. Так, хвост, да, хвост отставим. И ставим сверху лапы. Ну вот так вот, сейчас проверим. Как он будет орать. Звук стал потише. Наш чудо-динозавр стал орать. Дырочка динозавра потише. Но все-таки надо сделать ему кнопочку. Жалко, кнопку не только на каждую. И пожалуйста.